В новой должности Артему Панову предстоит продолжить реализацию проектов, направленных на повышение эффективности железнодорожного транспорта в Прикамье. К слову, новый заместитель по территориальному управлению не понаслышке знает, с чем ему предстоит иметь дело. Карьера Артема Панова неразрывно связана со Свердловской магистралью. По итогам первых 4 месяцев Свердловская железная дорога вышла на 1-е место по показателям, в том числе грузоперевозки. Среднесуточная погрузка достигает 363 тысяч тонн. По словам начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, достигнуты определенные результаты и в пригородном пассажирском комплексе, и в этом немалая заслуга краевого правительства. Ежегодно регион направляет пермской пригородной компании несколько сотен миллионов рублей. Нужно поблагодарить вас и ваших помощников, заместителей, что достигнуты договоренности по компенсации выпадающих доходов в пригородном комплексе. Они сегодня выполняются. И те 300 миллионов, которые являются на сегодняшний день как основным показателем эффективности нашего взаимодействия, они заложены в бюджете. В 2012-2015 годах инвестиции российских железных дорог в развитие Пермского региона Свердловской железной дороги составили 27,5 миллиардов рублей. В этом году будут продолжены совместные проекты по реконструкции железнодорожного полотна, обновлению тягового подвижного состава, инфраструктуры пассажирского комплекса. Также предстоит работа по увеличению грузоперевозок, сохранению пригородной маршрутной сети, обновлению подвижного состава и развитию вокзального комплекса. Сейчас мы понимаем, что пригородных перевозок наступает непростой период. Лето, весна, приусадебные участки, народ сейчас активно будет двигаться, поэтому здесь задача с точки зрения комфорта, ремонта остановок и так далее, видимо, добавится. Также глава региона попросил присутствующих обратить особое внимание на то, что приближается большой праздник – 70-летие Победы. В связи с тем, что ветераны поедут по местам славы, к захоронениям воинов, павших в боях, своим товарищам, необходимо наладить взаимодействие в вопросе бесплатной доставки их до места.